порог ходил, совсем еще недавно, года три назад. Так что приезжайте сюда отдыхать. Здесь красота. Эх, здорово. Можно даже пожарить шашлычок и покупаться. Красивейшие места, правда, далековато уже от Барабаново, но все это округа. Озеро Мингуль, наверное, имя или Мингуль. И рыбаков даже не видать почему-то. Ну, наверное, жара спугнула. Венцы уже. Ни единого гвоздя. Даже очень странно. Этим она и знаменита. Кроме того, конечно, что ей почти 200 лет. Вот так она выглядит чуть-чуть подальше. Вообще вид. Кемеров, с такой, знаете, с таким посылом. Да я сейчас этого толстого папаха разоблачу. Как давай на меня там орать, кричать. Государство все для тебя делает. Их деньги дает на храм, я говорю, ложь. Даже табличку. Я говорю, табличку 2 года назад 4000 я за нее заплатил. Мы сами сделаем. С 86 года храм находится в реестре памятников. Вот табличку мы повешали 2 года назад. Вот так идет восстановление храма. Поддерживающие колонны, балки. Thank you.
Очень необычно, когда в храме поют птицы. Сейчас вы их можете слышать даже. Выключилось, мне кажется. Нормально сейчас? Не, нормально. Может, что же щелкнуло? Подскажите, а какую функцию вы здесь выполняете? Вот вы сегодня в этом храме. По статусу я православный священник, настоятель этого храма. Настоятель храма в переводе на современный канцелярский язык – это руководитель подразделений. Это что касается физики. Что касается метафизики, я как священник ответственен перед Богом Владыкой за все то, что здесь происходит. Сегодня здесь была совершена божественная литургия в очередной раз. Божественная литургия – это самое главное богослужение православной православной церкви, и даже православной церкви. Ну и, соответственно, я здесь не нахожусь. Прихожу в себя, общаюсь с людьми, готовлюсь переехать в следующий день, если у меня начнет. То есть здесь вы не слушаете? Дело в том, что я являюсь настоятелем двух храмов, и третий мне приписан в качестве, так скажем, для ремонтно-восстановительных работ. Дело в том, что я в Красноярской епархии являюсь куратором реставрации, так скажем, физического наследия дореволюционной церкви. А как вы сами понимаете, здесь есть к чему приложить усилия, так скажем. Действительно. Раньше, я вижу, просто сейчас применяются металлические уже какие-то конструкции для укрепления. Нет, деревянные. Сопряжение материалов должно быть идентичным, так скажем, деревно-дерево. Железные спильки для того, чтобы каким-то образом зафиксировать стены, была реального груза, сейчас мы, так скажем, ее пытаемся удержать. Останется вот особенность этого храма. Только дерево, да? Дело в том, что реставрация – это научно-производственный процесс. Это не просто некая технология, это прежде всего наука. И, соответственно, прежде чем зайти на этот объект, выражаясь русским языком, я и мои сотоварищи провели некую подготовку. Я получал часть специального образования, мы привлекали специалистов красноярского, российского уровня. И не просто пришли с топором и начали его заколачивать. Вполне естественно, была проведена некая работа. Работа, так скажем, по прошествии года реализовалась в неких примененных на объекте вещах. В частности, деревянные сжимы, они предотвращают обрушение стен. Дело в том, что перевязи здания нет, как вы видите, углы прогнили абсолютно. И для того, чтобы на нас все это не упало, были применены вот эти деревянные подчеркивающие конструкции. Вы предполагаете какой-то срок реставрации? Или это, как говорится, Бог даст? Сейчас поясню. Дело в том, что последовательность реставрационных работ на объектах из дерева следующая. Сначала предотвращается их физическое разрушение, потом производится перекрытие кровли для того, чтобы предотвратить намокание, водоотведение, и объект в таком состоянии фиксируется на 3-5 лет для просушки. Если мы сейчас с вами попытаемся вторгнуться в это дерево, оно будет уничтожено, потому что оно все пропитано ватой. И, соответственно, после того, как, я надеюсь, мы в сентябре закончим перекрытие кровли, какие-то активная фаза работы на этом объекте будет заключена на срок от 3-5 лет. Решение здесь принимают профессионалы. Нам очень повезло. У нас
очень мощный вибратор, так скажем. Это специалист московских реставрационных мастерских Андрей Борисович Патер. Для человека, который занимается реставрацией дерева, это фигура номер один в России, но и в мире. Если вы подумали, где слушать его лекции, учиться, он нас консультирует по интернету, внес очень много корректировок в наших планах, потому что у нас нет опыта. Андрей Борисович Патер, последние 30 лет, весь русский север, то есть человек номер один. Планируем, может быть, шепотом скажу, в конце сентября, в начале октября, привезти его сюда непосредственно работать. Здесь необходимо отверг, чтобы он сам ручки попробовал, понял. И дал, так скажем, совет, что делать дальше. Дело в том, что как врач по телефону диагноз не ставит, так и специалист по дереву может объект, так скажем, только не подперек исходить, все потрогать, посмотреть, померить, после этого дать некий алгоритм лечения. Во время вот этих работ, в период, когда будет реставрация, планируется ли какая-то жизнедеятельность этого? Дело в том, что, да, я понял ваш вопрос, дело в том, что более 160 лет назад этот храм строился не в качестве туристического. Храм строился не для того, чтобы мы здесь жгли костры, катались на мотоциклах или хранили зерно. То есть то, что здесь делали 70 лет. Этот храм строился прежде всего моими предшественниками, такими же бородатыми, в черных таких вот одеждах, для молитв. И вполне естественно, что самое главное при реставрации любого объекта религиозного культа, в частности православного христианства, это восстановление вот этих молитвенных воздыханий. Божьей милостью уже год, последние 7 месяцев непрерывно, еженедельно здесь совершается богослужение, началась богослужебная жизнь. Ведь псалмопевец Давид написал прекрасные строки много тысяч лет назад, что Господь через него сказал нам, что дом мой, домом молитвы величается. Не домом музеем, не домом хранилищем, а домом молитвы. Но нужно понимать, что есть вот такое искушение у нас, люди в основном в своем невоцерковлены, создать себе некое свое собственное христианство. С клубными, с плясками, с какими-то там религиозными воззрениями, не имеющими никакого отношения к христианству. И вот для того, чтобы как минимум свидетельствовать о том, что Христос нам не говорил, как это было, не было. И есть субботу, послушай. Каждую субботу в 11:00, если внимательно почитать объявление, со 2 января мы ни разу не прерывали. Кстати, в январе самая большая температура, зафиксированная компьютерной машиной, была минус 38 на подъезде сюда в Барабаново, но при этом люди приехали, не проехали. Еще раз повторю, данный объект культурного наследия краевого значения восстанавливается, и все работы происходят только лишь за счет средств перехода. Здесь нет краевых денег, здесь нет федеральных денег, здесь нет официальных благодетелей, спонсоров и так далее. Вот у нас есть, у меня за спиной находится наш самый главный спонсор, добродетель, благодетель, это небольшой железный ящик. Как 160 лет назад наши прабабушки и прабабушки всем миром строили храм, так же всем миром мы его сейчас восстанавливаем. То есть, если кто-то у нас из посмотревших видео захочет помочь, Каждую субботу в 11:00 в храме Святой Параскевы Пятницы в деревне Барабаново можно задать вопрос, куда кинуть деньги. Я вам подскажу. Спасибо большое. Пожалуйста. Все. Спасибо. Камера. Так, ну что, не собираться.